И пошатнувшийся Егор получил дополнительную точку опоры. Мне кажется, что в данном случае слишком сложная, слишком тяжелая была тема, чтобы полностью умудриться ее раскрыть за это небольшое время. Но у ребят, по-моему, получилось. Вообще не мальчик он будет, пожалуйста. Ты реально правильно все сделал. Екатерина Гордеева, Егор Бероев, оценки за технику. 5-9, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94 балла. Общий балл 11,92 балла. Ну что же, мы услышали музыку из фильма «Адмирал». И в первую очередь мне хочется задать вопрос Джанику Фазиеву. Дамы и господа, Джаник Фазиев, режиссер фильма «Турецкий гамбит» и продюсер фильма «Адмирал». Джаник, как тебе этот номер на музыку из фильма? Я поставил 2 шестерки, потому что меня пробило до слез. Я не могу сказать, что я циничный, как принято быть продюсеру, как должно быть продюсеру, потому что продюсер, как и тренер, должен сохранять всегда объективность. Но не знаю, как-то я расчувствовался до такой степени, и Катя, и Егор, вы так меня тронули нежностью, вы такие были оба наполненные, и как-то такая трепетность была в прикосновениях друг к другу, что вот то, что называется любовь, потеря и приобретение, вдруг это обрело какую-то материализованную какую-то форму. Ну, просто фантастически, спасибо. Егор, я не перестаю удивляться тому, как великолепно ты выглядишь в форме. Не знаю человека, который бы не сделал тебе этого комплимента. Катюша, а вы были просто настоящим воплощением женственности. И вот тем, что, знаете, рядом с человеком в форме должна быть такая хрупкая, трепетная, нежная девушка. Спасибо вам огромное, ребят. Татьяна Анатольевна, слово вам. Знаете, потрясающие, конечно, номер и скорость совершенно феноменальная. Я просто перекрестилась, когда он с такой скоростью поднял ее и опустил. Очень страшно. Мне было просто страшно. И не боялись делать сложные вещи. Все время катаются на скорости, на огромной. Не могу только понять, почему такой красивый элемент, как Тодос, который мог бы войти как драматургический элемент в такой, во всяком случае, в такой номер, он как-то не выучивается. Хотя технически, в общем, хорошо, хотя здесь один раз спуталась нога, но это, в общем, не важно, потому что уровень их технически очень высокий. А что касается вот второй оценки, то, вы знаете, я... Ну, тоже, вот почему-то не могла поставить 6-0, так же, как я 6-0 не могла поставить Савицкому. Я не смотрела этот фильм еще, но что я обязательно пойду его смотреть, потому что они меня туда направили, и я пойду смотреть в кинотеатр. И я вас поздравляю, это потрясающая работа. Вы были так красивы в этом номере и катались совершенно особым чувством под музыку из «Адмирала». Егор. Спасибо. Ну, я думаю, что... Спасибо большое, спасибо. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить
Весь наш коллектив, который работал над этим фильмом, я тоже посчастливилось мне сниматься в нем и играть небольшую роль. Съемки длились 2 года, и это были необычайно счастливый момент. Катя была на премьере этого фильма. Мы, конечно же, старались нести вот ту драму, ту любовь, которую великолепно прожили в этом фильме Костя и Лиза. И для нас всех втроем, работающих над этим номером, Ильи, Кати, меня, это было очень важно и очень какой-то вот багаж для нас был необходимый. Спасибо большое. Я надеюсь, это, конечно... Спасибо. Это, конечно, было очень трудно передать за буквально там 3 минуты весь в нашем танце, да, весь фильм, у нас всю драму, всю любовь, которая проходит через этот фильм, всю игру актеров. Еще, мы, дорогие зрители, мы читаем то, что вы нам пишете. Мы видим, как вы реагируете на нас. Нам очень это важно. Ваша поддержка и любовь для нас необычайно важна. Мы работаем не за оценки, а за вашу любовь. Спасибо большое. Спасибо за ваши отзывы. Мы их все читаем. Действительно, это большая поддержка. Спасибо. Спасибо вам огромное. Счастливого.